День памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия изначально имел религиозную основу и праздновали его исключительно в церквях. В настоящее время День славянской письменности и культуры вышел за пределы храмов. Сейчас ему посвящаются научные форумы, фестивали, музейные выставки, литературные чтения и концерты. В Сочи на площадь флага рассказать в песнях о своей культуре и традициях пришли два десятка творческих коллективов города. Истоки этого праздника неразрывно связаны с чествованием просветителей Кирилла и Мефодия, создателей славянской азбуки. Для всего славянского мира этот праздник очень важный. Особенно, когда мир находится в таком состоянии, как сегодня. И сегодняшнее мероприятие для меня, как и для других славян, является одним из главных праздников, праздником моего языка, праздником моей азбуки, праздником моей культуры. Впервые этот праздник в нашей стране отметили 24 мая 1863 года в честь тысячелетия создания славянской азбуки. В этом году у мероприятия особый окрас – юбилей Великой Победы. Дети и взрослые говорили о мире. Самое главное, что все люди, все народы дружили. Вот это для меня самое главное. Концерт продолжился около часа. Ярким прощальным аккордом стало исполнение композиции «Город-госпиталь» всеми участниками творческой акции. Татьяна Говоркова, телекомпания ФКТ.